Раз, два, три. Ёлочка, гори. Друзья мои, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Су родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом толстая. Непривычно, знаете, что ты вообще с незнакомым человеком, тебя все муа-муа. Ну, их видите, так принято. Письмецо можно оставить, Санта. Эх, Испания, Испания, ну что ж ты так мне не приглянулась? Друзья мои, где вы видели такую красоту? Это вообще-то... Да! Она связанная! Ой, заморился. Объяснять на испанском такие вещи, которые я по-испански вообще ничего не знаю. А мне сейчас надо было объяснить, как это называют? А, сапожнику. Что отнес я эту, как ее, переноску для люминуса. Объяснял ему там, как он так что-то сопротивлялся, так знаете. Ну, такой чувачочек уже как бы в возрасте, знаете, я думаю, что ладно, руки у тебя, наверное, с того места работают. Подсказала девочка, которая здесь работает. И она сумочку у него чинила, думаю, ну, починил, хорошо починил, значит, может быть, что-то он и сможет сделать. И с нашей переносочкой. Думаю, ну, господи, попытаюсь. Ну не выйдет. Завтра, он сказал, придите завтра. Если не получится, если мне что-то не понравится, поеду и куплю новую. Уже выбора нету. Эту возьму как запасную. Просто новая, это ты всегда не знаешь, что ожидать. А я знаю, что ожидать от люминуса в полете. И лучше без неприятностей и неожиданностей. Мне уже хватило заказа билетов и так далее. Все. Пришел продепилироваться я. Наша Яниночка. Салончик розовенький. Зашел, записался на завтра, как напала на меня владелица Паула ее зовут. Начала целовать, а так непривычно, знаете, что ты вообще с незнакомым человеком, тебя все муа-муа. Ну, их видите, так принято. Так принято. Хавьер, конечно, меня не целует, так с Марией все-таки, видите, для них. Они жадные, они хотят денег, они вот это вот все хотят, а я купил... Я хочу Пау де Арку. Буду принимать сейчас это от плесени этой, которая проникает, естественно, не только в стены и не только куда понятно. Я уже чувствую такой, знаете, ну, кашель такой. Not good. Не нравится мне. Поэтому я буду пить против плесенные таблетки. Зашел в кафешку, в которую я первый раз пришел, когда только прилетел. Когда приехал для Линеи. И теперь я здесь, когда... Прямо как-то, знаете, непривычно, что можно попросить только кофе с молоком. Я вообще не знаю, как они тут выживают. Здесь я только на кофе с молоком и чай. Никто ничего не ест, все, кто сидит, они все пьют кофе с молоком, и все. Кофе с молоком тут 2,50, наверное, стоит. Сколько они тут зарабатывают за вечер? 50 евро, как знаете, 50 евро можно содержать такой большой кафе. Что напоследочек съедим-ка мы? Хлебушка вечерком с маслицем сейчас залью, пасточкой томатной залью, солькой поперчу, перчиком посолю. Не могу открыть одну рукой. Это ж пока ваша блондинелла разобралась, что вот это вот просто надо вот эту вот штучку оторвать. Я уже так там мял этот язычок. Думаю, боже мой, что они тут придумали.
так вот и живем. Вернее, прожили в Испании. Эх, Испания, Испания, ну что ж ты так мне не приглянулась? А что ж вот тебя, Феликс-то, тянет в холодные края? Поклонники моего творчества. Может быть, стоит еще подумать, Феликс. Может быть, не надо совершать этот опрометчивый поступок. Останься. Бомжики тоже ходят в линии, попрошайничают. Пришел и попрошайничает. Дайте ему денег, дайте, сейчас пошел еды попрошайничать. Иди вот, помой полы, например, предложи, там, не знаю, вот убрать стол, им там некогда прямо убирать. Работа есть всегда везде. Блок заведи. Бомж из-за линии. Бомж из-за линии. Взорвет инстракой это YouTube. Взорвет. Понимаете? Не хочет легче подходить вот так вот и просить. Взрослый мужик. Баба поддалась. Купила ему кофе. Денег так не дала, а кофе купила. Она, значит, она ему купила. А к ней-то пришел мужичок, видите, на свидание. И принес с собой всякие там чуросы, пирожки. Из другого заведения. Здесь не купила. У нас бы уже что бы сказали бы, что все, давай, со своим нельзя. Ну, а тут хозяин такой, ну, типа, его поругал. Такой говорит, ты что это пришел сюда? Не с нашим, у нас не покупаешь, а пришел со своим. Ну, все, пообнимались, поцеловали, все, забыли уже. Женщина купила копье бомжу. Ну что, давайте погадаем на кофейной гуще, вернее, на трещинках. Ой, в разбитой кружке принесли мигранту кофе. Друзья мои, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Смотрите, значит, в Ля Линеюшке у нас проходит празднование, какая-то ярмарка, световое шоу. Сейчас пойдем, давайте посмотрим, что тут продают. Какой народный промысел есть у нас? Чунгит. Чунгит есть. Хорошо. Это всякие камушки полезные. Кажется, они везде одинаковые эти. У меня такая штучка есть, но она быстро сломалась. Так, ваточку. Так, зерненькие. Так, что это у нас здесь? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Это, наверное, какое-то... А что это такое вообще? Я же практически коренной ля-линеец, но не знаю. А, детки, видите, танцевали там в этих своих нарядах. Так, Дольче Банана уже вижу тут. Дольче Банана, всякое тряпье, всякие дешевые украшения, непонятно с чего. Так, что у нас здесь? Наверное, наборы всякие. Не очень популярно, дети всякие. Эту химозу дарить деткам своим. Киндер-сюрприз, кит-кат. Ну, все, что ужасно не полезно. А это взрослым. Колбасы нарезаны. Слушайте. Кусок сыра, колбасы и вино 24,99. А это 30. А, ну, говорится иберийская. Это типа Иберика. Ну, если настоящая Иберика, то может быть так дорого. Но вообще дороговато.
А-ля-ля, Feliz Navidad. На мигрант уезжает от вас. Так, там вот Иисус родился. Ангелочечки, ангелочечки. Так, что у нас здесь? О, боже. Дети кухают. Страх. И пойду туда, не хочу. Так, пыльные конфеты, пуро, да? Пыльные конфеты. Опять какие-то авторские. Calvin Klein, New York. Ralph Lauren. Ralph Lauren, бутик. Лялинейский бутик. Смотрите. Господи, как ты орешь. Как ты орешь, ребенок. Как же ты будешь орать, когда ты будешь не ребенком уже? А это значит там, наверное. А, посылочку. Письмецо можно оставить Санта. Санта. Пупсику своему. Ну, смотрите, для лялиней, мне кажется, это очень красиво оформлено. Всякие такие домики. Давайте елку лялинейскую. Раз, два, три. Елочка, гори. Лялинейская елочка. Мне кажется, что очень даже хорошая елочка. Она сделана из каких-то. Это вязаная елка, между прочим. Друзья мои, где вы видели такую красоту? Это вообще. Да! Она связанная. Офигеть, лялинея. Вот это да. Когда-нибудь вы видели вообще такое? Елочка связанная вручную. Я первый раз такое вижу. Лялинея меня поразила. Лялинея меня поразила просто. Вау. Ну, праздник света в лялинее продолжается. О, Феликс, смотрите, какой-то там мне, что ли, замок. Так неправильно фамилию написали. И год рождения не тот. Это 84. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Пойдем там еще. О, аллея огней. Это прям как в Юрмале такая, знаете, на пляжике. Помните, была кто из Юрмала? Ну и кто из Латвии тоже знает. Ага, видите, сейчас пройдемся с вами по аллее и зайдем к тому светящемуся шарику. Видите, лялинейцы гуляют спокойненько себе. И я вас провожаю по лялинеюшке. 20 градусов тепла, я снял байку, потому что я так употел. Прям не мог уже. Уже не мог я. О, сцена, могу даже встать, спеть для вас. Что хотите, стишок могу вам прочитать. Какой вы помните? Уже как я ненавидел читать стихи. Все на тебя смотрят, на табуретку эту ставят. Давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом толстая, обожравшаяся была. Шарик красивый. Значит, в лялинее мы не соблюдаем директивы Евросоюза по сбережению электроэнергии. Ну, вообще, понятно? На Урсулу фон дер Бляйбен, на всех зелебобиков, пупы-попиков. Мы хотим чего? Хотим подарки, мы хотим света. Что такое Рождество? Это праздник света. Когда свет побеждает ночь. Да, день начинает удлиняться. Свет приходит в нашу жизнь. Природа оживает. Поэтому пускай все эти премьер-министры, президенты сидят сами в потемках, в своих кабинетах, неотапливаемых квартирах. Конечно, они у них сами неотапливаемые. Ага. Нужно подумать. А мы такие дураки будем сидеть дома, никуда не ходить, ничего не делать. Не дождетесь. Я сейчас возвращался. Хавьерушка сидит дома. И слегка-слегка у него там где-то
свет. Знаете, как это? В какой-то там сказке. Лампадка, наверное, такая лампадка тлеет. Потому что Феликс нажег очень много электричества. Очень много. Поэтому Хавьерушка будет экономить на себе. Я теперь знаю почему, потому что из всего дома нас осталось из 6-3. Ну и я сейчас уезжаю, то есть от 2. Одна только вот заехала буквально недавно, поэтому у Хавьера сейчас, так скажем, не деньгокосительный сезон. Поэтому он такой вот, видите, был и расстроен о том, что денежки утекли. И навряд ли притекут, потому что кто к нему теперь поедет-то?